Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет кулинарный влог с участием моей мамы. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, мама у меня сегодня дома. Как это ни странно. Девочки, вы спрашиваете, куда мама девалась. Вот, у нее все хорошо, как вы видите. Да. Вот, единственное, что она сейчас ходит по всяким мастер-классам, да, в общем, да. Всякая жизнь кипит, вот. Сорвалась. Сорвалась, да. Ну, кстати, у нас с мамой нормальная история. Все лето просидеть с детьми, полюбить их настолько, что с удовольствием выбежите из дома в сентябре, да? Всех. Сейчас с ужасом думать о том, что наступают каникулы. Каникулы, и снова все мужики дома, кроме мужа моего, да. Да. У него, к сожалению, нет каникул, к сожалению, для него. Да. А все хотят школу побыстрее кончить. А что хорошего-то? Ну, да. Без отпуска, да? Вот, у меня мама сейчас делает кабачковые оладушки. Последние. С последнего кабачка, да. Да. Вот, и спрашивали как-то у мамы, что... Почему такого вида, как будто... Я не помню конкретно, какой был комментарий, честно, сейчас не нашла его. Что они... Девочка спрашивала, что почему именно они вот такого вида? Да. Как оладьи. Да, наверное, имеется в виду, почему в них не видно вот этого... Ну, то, что на... Не знаю, я не помню. В общем, почему они такого вида у тебя? Давай так. Ну, вообще, вот если вот посмотреть по рецептам, вот так вот, когда народ делает кабачки, все добавляют или молоко, или добавляют кефир. Что-то такое вот из молочки. Или старую сметану, или чего-нибудь разбавленное. Все. Я этого не делаю. Поэтому у них такой вид. Во-первых, и делаю почему. Потому что, когда вот мы снимали, когда у нас были кабачки, мы снимали с грядки, и когда снимешь и тут же натрешь его, он все равно воды много, ну, сока вот этого, что даже вот под конец, когда вот уже всю густоту вот у тебя ушли на оладушки, оставалось еще вот этот сок, там еще, ну, вот водичка вот эта самая, без кабачков. Вот, я добавляла муку и делала просто последний блин, обжаривала и отдавала уже собаке. Потому что у нас все время собаки, в общем, они последний блин, и даже в оладьях они тоже последний блин едят. Первый блин комом, и последний это вот уже с остатки, это святое дело. Вот. Я просто сюда не добавляю. Просто яйцо? Да. Просто яйцо, соль, сахар, мука. И растительное масло. Не, вот прямо вот как бы в тесто. Вот, поэтому, поэтому они вот такие получаются. Я почему показала, сказала вот Наташа, вот сейчас вот последний этот последний кабачок, вот он у нас был, ну, я не знаю, когда я сняла, когда мне Катя отдала, наверное, ну, в августе, очень. Давно очень. Да, последний вот кабачок она мне отдала. Вот, и вот он у меня лежал, уже белый стал кожа, вот. А когда разрезала, уже внутри, уже семечки хорошие и желтые, как у тыквы такого желтого цвета мякоть. Ну, и сока не было, и я добавила сюда вот два яйца, ну, кабачок вот такой вот был, маленький, пузатенький. Два яйца добавила, муки не помню сколько. Муки добавила, соль, сахар и масло растительное. Но не то, которое жарю, а вот у нас там немножко льняное, да, там масло. Льняное масло добавила. Вот и на медленном огне, девочки. Вот прямо вот, вот самое последнее. Вон оно, видите, какая вот. Ну, сковорода хорошая, толстое дно, поэтому они вот жарятся. Видите, вот такие вот они получаются. Вот. Вот я их с одной стороны обжарила, вот перевернул, и вот так вот. И все, и вот они жарятся. Я цветочки поливаю за это время. В общем, все успевается. Вот, поэтому я не добавляю молочку, поэтому они такие получаются. Можно чесночок туда добавить, но это не любители, опять, девочки. А вообще, когда кабачки с чесночком, они, такая, знаете, как курица пахнет, жарит. Вот, и вот так вот. Но это у нас с Наташей обед, ужин. Ну да, больше никто. То есть никто не ест. То есть вот мы сейчас нажарим. Даже если мне девочки там рекомендовали потереть туда сыр, зеленушки, там еще что-нибудь. Нет, это глухой номер. Но это мы едим только, у нас мужчина идет только икру. Антон только икру ест.
Да, муж мой только кабачковую икру. И да, все. И все. А кабачки это вот мы с ней. Mm-hmm. Даже вот тыква. Ой, а тыква такая вообще молчу. Да, тыква у нас тоже никто не ест. Нет, это вот, ну все, это все. Генетика. Ну да. Вот, еще мама сегодня будет делать... а-ля шарлотку. Угу. Да, я попробовала, меня угостили шарлоткой. Ну, якобы шарлоткой, но немножко другой рецепт. Поэтому я решила первый раз, не знаю, что получится, девочки. Может быть, если кто-то делал, может быть, подскажет рецепт уже окончательно. Но это вот такой вот. Ну, народ не особо поделился. Ладно, бог с ним. Вот, и это первое. А второе, у нас яблоки появились. Наши паданцы. Вот этот товарищ, вот это сладкое, сардалечка, не стала есть вот эти яблоки. Ну, даже они кислые. Ну, они не совсем кислые, они дубовые, девочки. Это яблоки, ну, как вам сказать, мягко сказанные. Вообще, я покупала грушу. Угу. Груша павловская, ранняя, а потом выяснялось, ну, мягко сказано, пи-пи-пи-пи. Вот, оказались яблоки. Яблоки очень ну, сказать, что я их называю не зимние, а весенние. Потому что, в принципе, их можно... То есть они лежалые. То есть долго лежат, хранятся. Лежат, да. И вот можно и в марте есть, они будут хорошие. То есть вот такие супер-супер зимние. Ну и потом видно еще, что, может быть, не наш климат особо. Угу. Вот, потому что я снимаю их почти, вот они висят очень долго, они могут попасть и под заморозки, под наши. Угу. Вот, но в этом году у нас, конечно, осень. Вообще обалдеть, что с ней, не знаю, что творится. Вот. И они не особо падают, поэтому мы в этот раз с яблоками. Да. Да. А так вот то, что вот это съела она. Вкусно ей было. Вкусно, да. Но самое интересное, что ведь мало же. Нет, да. Белый налив она почему-то не стала есть, а это... Вот, поэтому вот у нас яблоки появились. Угу. У меня остался кефир. Ну, он не просроченный, но вот как бы я завтра уезжаю, поэтому пить опасно. Угу. Значит, кефир у меня остается, 3 яйца и мука. Ну, соль, сахар, это понятно. Все. Вот буду делать шарлотку, посмотрим, что получится. Вот, значит, вот я почистила яблоки произвольно, угу. С кожей. Да. Угу. Вот, и... 3 яйца взяла. Я забыла сказать про сахар. Стакан сахара. Но, как вроде бы мне говорили, что это вроде, можно меньше брать. Но у меня кисловатые яблоки, поэтому я взяла вот. Все это вот так вот. Ну, как обыкновенно, девочки. Как все. Как все всегда. И взбиваем. Потом кефир, муку. Муку, ну, не знаю, начнем вот хотя бы стакан, 2 стакана, наверное, муки я положу. И все вот это, буль-буль. Так что все. Вот кефирчик. Стакан кефирчика, девочки. Но здесь еще остался. Это я мальчишка-молодушки обыкновенно сделала. Побалую их. Вот. Вот сюда. Все. Так, вот мама замесила тут тесто, уже начала. Да. Но я хочу сказать, что я добавила все-таки 3 стакана муки. Угу. 3 стакана. Вот оно вот такой вот густой. Угу. Яблоки сейчас будем кидать. Вот мама вниз положила немножко теста. Да. Сейчас яблоки распределим. И зальем. И все. Девочки, обыкновенная шарлотка. Да. И при температуре сколько? 180 градусов, 40 минут. Да, 40 полчаса, посмотрим. Ну, от 30 до 40 минут. Да. Вот и все. А, смазала же я же эту штуку-то еще. Да, у нас такой, видите, красный олень. Да. Я в Икее. Сахатова. В прошлом году покупала. Ну, на распродаже. Да. Так, ну что, я уже съездила за детьми. А мама у меня разошлась, я бы так сказала. Это знаете, как пошел на кухню на то, чтобы налить себе водички, взял кружку, увидел, что она грязная, в итоге перемыл всю кухню, всю посуду и так далее, да? Примерно с той же темы. Да. Вот наш... Кто это? Лось сахатый. Лось. Вот наш лось. Это наша... Как ее?
Шарлотка. Аля. Аля, шарлотка, да. Так, ну, ногу давай отпилим. Окорок. 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 Да. Удивишки разрезаем. Вот она. Ну, мне кажется, надо, видишь? Мне все-таки кажется, надо разрыхлить. Это яблоки? Нет, вот у меня. Яблоки. Да? Ну, да. Мне кажется, разрыхлитель надо добавлять. Да? Ну, это первый, это пробный. Мне кажется, разрыхлитель, да, надо добавлять? Или яблочки? Ну, в общем, выглядит аппетитным. Так, оладушки, которые показывали. Еще мама тут нажарила сырую картошечку. Без сала. Да, я на самом деле, девочки, голодная, жутко. И это что? Куриная грудка. Куриная грудка, да. Вот. А что, ты ее мариновала, да? Да. Да так, а-ля. А в чем мариновала? Мариновала. Чеснок туда порезала. Что еще порезала? Потом соевый соус. Специи. Что еще? Томат чуть-чуть. Так. Жим-жим-жим-жим-жим. И в холодильник. А потом сюда. И вот так вот поливала. Вот. Вкусненько. Да, у меня текут слюни. Короче, мы сейчас будем... Я как раз детей привезла. Сейчас покушаем. Мы будем, да, будем есть. Да, мягенько получилось, видите? Да. Нет, это не жир. Нет, а почему? У меня же здесь это сок, я так понимаю. Это не жир. Какой жир у куриной грудки? У меня же не масло, ничего. Масло только смазало этот. Ну, понятно. Соевый соус. Вкусный. Ну, в общем, да, вот на такой вкусной ноте мы с мамой будем с вами прощаться, да? Да. Да. А вот пусть, может быть, кто-нибудь знает рецепт кто-нибудь. Да, мама говорит, что надо разрыхлить. Мне кажется, разрыхлитель. Если кто-нибудь, девочки, знает вот рецепт вот именно на кефире, хотя кефир, он как разрыхлитель. Не знаю, в общем, это на кефире. Если кто-нибудь знает что-нибудь такое, вот может что-то еще добавить, пусть напишет тебе. Они у тебя хорошие девочки. Ну да. Вот, так что напишите, пожалуйста. Да, так что будем с мамой ждать комментариев. Да, да. Не забывайте подписываться. Потому что обычно шарлотка же, она же не это самое, там сахар. Там, видите, как стакан сахара, 3 яйца, стакан кефира и 3 стакана, ну, обыкновенные советские, садеповские стаканы, 3 стакана муки. Может, муки поменьше. Яблоки жестковаты. Не знаю, девочки. Короче, ну, все равно съестся. Ну, да. Мы сейчас все съедим. Чего-то. Да. Так что мы вас любим, целуем и до новых встреч. Да.